Новые методы лечения болезни Крона и язвенного колита начали внедрять врачи НИИ кардиологии и внутренних болезней в Алматы. Один из них – энтероскопия. Это современный и точный метод эндоскопического исследования, который позволяет осматривать слизистую оболочку всей тонкой кишки на предмет патологических изменений. Гафу Уали продолжит тему. Болезнь Крона – одно из самых опасных заболеваний. Неизлечимый недуг поражает не только желудок, но и кишечный тракт. Жительница Алматинской области Алма Нуркенова 2 года назад лично столкнулась с этим. Говорит, болезнь словно разъедала изнутри. Не могли поставить мне диагноз. Мой вес был 37 килограмм. Было сильное кровотечение, и благодаря институту кардиологии мне поставили точный диагноз. В данный момент очень многие действительно слышат про эту болезнь, про этот диагноз. Именно в институте очень четко и успешно поставили диагноз, и я прошла курс. Алме провели баллонную дилатацию кишечника, то есть растянули специальным баллоном суженный участок тонкой кишки. Данный метод относительно новый в Казахстане. На юге страны проводится только у нас, в НИИ кардиологии и внутренних болезней. Сущность заключается исследование, это баллонная энтероскопия для исследования тонкого кишечника. В чем заключается особенность исследования? В том, что на энтероскоп надевается специально шинирующая трубка с баллоном, во время исследования которого вводится в орган, раздувается баллон. Эту процедуру в НИИ проводят пациентам с осложненными формами воспалительных заболеваний кишечника. Хорошее оснащение клиники и опыт специалистов позволяют не только успешно делать операции, но и эффективно восстанавливать больных после хирургических вмешательств. Отметим, что в стране эти болезни лечатся бесплатно. Гафу Уали, Мухит Кудыкбаев, 24 KZ, Алматы.